Так, ну что ж, продолжаем подражение, стойте. Проходить этот инстанс. Это второй босс, он типа дракон. И что я хочу сказать, я здесь ни разу не был. Ну, в общем-то, да, я нигде ни разу не был на самом деле. Суть босса в чем? У босса две фазы, поэтому мне пришлось немного извратить свой интерфейс, сделать то, чего я обычно не делаю. А именно... вынести хил на панель. Обычно я не выношу хил на панель. Бля. Фир бы не попасть. Блин, жестко пробивает, как-то вообще очень жестко на самом деле. Не забывайте скидывать стаки. По-моему, вот они как раз и не скидывают эти блядские стаки. Не знаю, что происходит тут. Из-за чего вообще вайпы? Тебя убило или я переагрил? Меня убило, наверное, не похилили просто. Печаль. Ладно, падаем. Я не понял на самом деле, в чем прикол. Я могу на этого босса, если надо, в хила спекнуться и захилить. Монком? Да. Ну просто ДПС будет очень печальный. Так как здесь бай... пофиг на самом деле печальный. ДПС, а он... Если он сможет, если он умеет разгонять, так как монки здесь гонят 400 тысяч хпс, то пускай. Да, это-то фигня. Гонят тут шаманы, нахрена. И шаманы, и монки, и друиды. Не, пока у шаманов набилка ебакалась. Шаманы давали поляму и захиливали за там, 2, по-моему, или 3 бафа за однодневную фазу. Я, честно говоря, не знаю, как до ляма разогнаться. Блин, что-то я пока даже не знал, только первый раз услышал. Там, по-моему, собирались это фиксить, у них это что-то там с предками обилка называется, не помню как. Стойкость предков. Она багалась на хантовских пэтов, если те армию вызывали. И под бафом от шарика, там от дыхания весь хил уходил в босса. В общем... там, который делится на ближайших союзников. Я не знаю, там, ну, плохо цифры получались бешеные, но на самом деле рейд очень сильно проседал, я не знаю, сколько стаков. Ладно, давай монг тогда в хила. А тратят, чтобы... ну мы тогда просто не убьем, я думал, тут рейд нормальный. ДПС, конечно, вообще. Ну чё ты нервничаешь? Тут либо захилить его, либо за ДПС. Плохой ДПС, значит, захиливать. Но я могу дамагать и дэйш. Так вот. Где у нас друид делся? А, вижу. Блин, а у меня это... Блин, главное, чтобы сейчас никто не ливил, потому что со второго босса хер кто пойдет сюда. В общем... вкратце расскажу вам, в чем суть боя с этим боссом. Он, у него две фазы, и вот сейчас он темный, а на второй фазе он станет золотым таким, и надо будет его хилить в этот момент. Хилам, естественно. То есть, чтобы его убить, нужно не только задепейсить его, но и захилить жестко. Вот, поэтому мне пришлось, так как у меня босса вот на этих вот рейд-фреймах нету, которыми я мышкой все делаю, пришлось вывести вот сюда вот их и... извратить все, в общем. Мне это не нравится, но делать. Баф, врача. Так сказать. Поэтому. Поэтому я вынес. Все силу. Готовы, пол. 3, 2, 1. На главное. Ну не знаю, надеюсь, сейчас поменьше урона будут получать. Рейд, ну как-то он уж больно жестко на самом деле проседал в тот раз. Отчего я не понимаю вообще. Да даже сейчас как-то неоправданно. Так, ясно, один хил уже поймал.
вампир. Так, ну на мне 11 стаков. Вот, я их снял, зашел в этот луч. Но проблема в том, что нельзя все время стоять в луче, потому что он исчезает. Ну, еще один красавчик. Луч исчезает. Забирай. Тем быстрее, чем больше людей, чем дольше люди в нем стоят. Да господи, да хватит попадать под фир, так конченый. Потом удивляется, почему же нет хилинга босса. Да вот почему. Потому что люди, блять, на фир попадаются. Бля, я забрал. Просто охреневаю. Рейд, скидывайте стаки. Рейдрик, скинете 40 штук. Да ладно, 40 штук стаков у кого-то. Капец просто. Такие конченые, отвечаю. Я первый раз в этом рейде, первый раз. Я и то скидываю. Крис, стаки. Зайди в эту херню и грипни Рейдрика. Не надо, пускай сдохнет. Вот и все. Да, Рейдрик, да, он просто конченый. Резать? Не надо, даже не жду. Просто так же ствер потратишь зачем? Просто какой-то идиот. Ну давайте же, где же вторая фаза? Я уже заколупался. Вот вторая фаза, все, начинаем усердно. Все, все по меткам разбежались. Со стороны креста помогайте. Оу. Рейдрик с варом в трусах, по-моему, я были. Я туповатый слегка. Нет. Ром. Они были в ромбе. Ну я не знаю, как там. Как все печально. Да я не знаю, че, блять, по рейду носится эта херня. Рейда резать? Рез. Да кого? Бэрри, конечно. Просран уже, я ж Бэрри. И сейчас Фир. На самом деле, вот этот огонь, я должен под него попадать, под этот огонь. Но у нас просто мобы... По-большому стопните, мелочь убивайте. Активнее. Мобы просто по рейду ходят. Большого добили. Ребят, если вы убивать не будете, мы его никогда не захилим. Ну чё, прикалываетесь? А, я забыл. Они же отнимают ХП. Вот эти мобы, когда они заходят... А это толк, я вам говорю. Мы сейчас только что просто так отхилили 20 миллионов. Да мелочь бейте, не толстого моба, ну лок, ну. Просто люди. Сказал да, же, хорош нужны. Фокусить. Просто да. Че непонятно, надо большой моб и мелкий, по-моему, размеры как минимум разные. Просто даун. Охеренное начало. АОЕ под босса дойти. А я не знаю, как вы так рейтинг. Отлично, я с помощью фира выбежал из другого фира. Ну как отлично? Да ёб твою мать! И у меня нету горячих клавиш на быстрое перемещение. Дрейда, кстати, резнули, он просто не стоит. Это вранье. Да как его могли резнуть? БР на танке. БР использовать нельзя. Значит, резнули. Танк убирал. БР был на танке. О, да. Люди просто не следят Забирай. Вообще за ситуацией. Танка я резал. В бою может быть только один батл рез. Ой-ой-ой. Нет, ну это не смешно. Мы его семером не убьем. Твою мать. Просто не смешно. Под хвостом классно дышит.
Че, ложимся, да? Конечно. Ну да. Люди просто тактику не знают, вот и все. Пацаны увидели то, что нормал, и решили, ну нормал, нормал, че бы не сходить в нормал, правильно? Может, там тактику объяснить? Не-не-не, давайте без этого, либо там пересмотреть, либо че, тактику объяснять, в смысле, не понимали, как вы. Да. Тут в чем суть, то что надо ДПС было... ДПС у Лока 28 тысяч. Я вижу. На локдаун ДПС 28 тысяч. У меня был около 20, когда я качался в зеленом шмоте. Видно, оно видно. Ну я хотя бы изучил тактику на всех четырех боссов перед тем, как писать, что я готов идти в рейд. Я ни разу здесь не был, я соврал. Я сказал то, что у меня есть опыт, но у меня нет опыта, это правда. Но тактика... Тактику я изучил. Я знаю, что делать на этом боссе. Я знаю, что надо подходить под морду, чтобы он дышал на меня огнем. Тогда я буду сильнее хилить. Я знаю то, что ДД должны убивать... Блять, свет, копов. Столб света. Заходишь, и ноль стаков становится. Извиняюсь за маты. Молодые тактику не знают. Сказал вар без чарок. Да, даже у меня есть... Нет, дело в том, что лошень его не убьет. А, ну он еще и в ПВП. На лишение я точно не пойду. Вот лейши еще может, а вот до лишения я точно не пойду. Ты меня понял, в любом случае. Да, пару ПВП шмоток. Ну а че бы и нет, надо же 496 эпики набить себе. А, то есть ПВП шмоток. Сейчас попробуем еще 1-2 пола на слоне, если нет, то нет. Хрен с ним. РЧА. Пацаны, ДД, потеем, стаки скидываем, занимаемся своими задачами. На дне приоритет вот эта мелочь, которая ползет к боссу. Если вы его не убили, пиздец. Мы сейчас просто так подхилили 30 миллионов. Большого моба нужно убивать примерно за 4 секунды до дыхания босса, чтобы вся мелочь, которая из него вылазит, сдыхала там. Да какое дыхание босса, я уверен, что тут ДБМа-то нету половины рейда. Ну, во всяком случае, я не знаю. Что это, 28 ДП в натуре, как у танка, даже хуже, чем у танка. У танка 47к ДПС. Лок, ДК-танк, вон, ДК, передамажил. ДК. Блин. Плохо, плохо. Жаль. Я-то думал, то, что рейд будет хороший, но чувствую еще пару вайпов на этом боссе, и мы разойдемся. Жаль. И я уже хер найду рейд без первого босса. Это обидно. Чертовски обидно. Ну чё, кто-то не готов? Или что? Это световая фаза, то а как 400 тонн разгонять там монахом? Чего? Как 400к FPS разгонять? Ну, разгоняли ребята. Ну, вот 400к FPS разгоняли, я как полагаю. Я не знаю, может, я не хилил. В 25-ке плюс... этот человек вообще на рейд не отвлекался, скорее всего. 400к FPS. Конечно. Чё ждём, ДК ждём. Пропажа. А, кстати, это не Хант говорила в Рейд Холл, а ДК говорила. То есть ДК тоже девка. Девки обычно плохо играют в ОП. Самое главное,
то что вся эта мелочь, по-моему, станется всяко разом. Которая ползет к боссу. Я даже напишу им. Я, правда, мелочь без мягкого знака написал, но это так. Мелочь должна отъезжать просто под дыханием. Он говорит о другой мелочи. Он говорит о мелочи, которая... ну, тут один большой моб вылазит на дневной фазе. Вот. И... этот большой моб, как бы... если его убить, в кучу мелких превратится. И его надо держать перед... перед мордой босса, потому что босс, когда дыхнет, Монг, она вся сгорит. Все готово. 3, 2, 1. Хорошо, что все готовы. И хватит. Успевать. Блять, вот кинули на меня, но почему-то я успел уйти. Лок, а перед рожей не стой. В чем прикол? Кидают фир на меня, я не фирюсь. А это раз эти фирятся. Как будто кидают на них, блин. Ой-ой-ой. А, нет, я не стоял, на мне бафы настапились. Просто нельзя стоять постоянно в этой фигне, а то она исчезнет. Блять, вот это вообще было не круто. Ну окей. Под танка хер положить. В смысле, тут, блять, там. Да я что ли? Да не, варлок. Забирай ныка. Ого, клево поставили. Я считаю. Да здесь спейлил я фир. Ой-ой-ой, забери. Отлично, танк. Наверное. И это то, что нужно делать после БР. Я сейчас бафнул лапку сразу же. Ничего страшного, рейд пока не умер. Да, ничего страшного, подумаешь, там, блядь, стоит. Че в этом страшного? Подумаешь, у нас БРов больше нет. Что же в этом страшного? Че, все по своим точкам? Большого зафокусили быстро. Спелить надо, продолжать, ребят. Все на мелочь. Однако тут буду помогать. Он там один. Большого не трогайте. Не трогайте большого. Пускай стоит себе. Знаете, все равно кто-то фокусит. А уедь сюда сейчас.
идут рейнджовые. Сейчас, блядь, их не зафокусят, я уверен. И босса всё, они мелочь, надамажат. Всё, которая идёт к боссу. Всё, что мы нахилили, пойдёт вообще никуда. Большого не трогаем пока что. Бля, слушайте, с маной-то у меня жесткие проблемы. Заливаем большого и мелочь. Ой, я сейчас сюда, под босса. Так, меня, конечно, рановато скинул, у меня всего 2 стака было, но... Как это? А, это не я ступил. Ладно. Я просто не очень люблю, когда я туплю. Так, слушайте, я хочу сделать вот что. Форму дерева я сейчас принял. На самом деле неудачно я ее принял. Потому что обычно ее применяют, чтобы... Забирай. Чтобы много отхилить, а у меня не получилось много отхилить. А еще у нас нету героизма. Ну что, кто на этот раз? О, ну конечно. А как же можно так, чтобы никто не попал под эту? Разве такое бывает вообще поставить? Забери. Отлично, у нас нет танка. Ты зря убиваешь. Ударами. Чем? Ну, блять, ну. Ладно, бейте. Танк. Чем ты его агришь? Ударами. Охеренно. Только прожмись под следующее дыхание. Переагривает. Все там, ошевой и все жми. Сейчас 10 секунд. Я про то, чтоб ДК не склеило сейчас. Большого моба кто-то же должен танчить. Все точно так же. Я вас умоляю, мелочь, убивайте. Мы его захилим уже за эту фазу. Большому стопните, бейте мелочь. Не успеете под дыхание уже. Блять, танк склеивается. Капец. АОЕ подрожу к боссу. Причем очень хорошая АОЕ. Масс-станы там, все что есть, варс давай. Босса, всё. Мобов бейте, вон к боссу идут со спины. С креста. Вообще никто не бьет почему-то. Давай, монах, захилим. Большого подождите. Да, опять скажет сейчас. Моб доходит. АОЕ, масстаны, массала, все что есть подрожу. Ну как вовремя. И мобов, которые идут. Все, забейте. Бейте мобов, которые идут. Ай, мобы дошли. Просто пару лямов хп в босса. Диспел. Быстрее мобов, которые идут, большого не бейте никто. Вот моб сейчас идет со стороны лестницы. Ой, потей, монах, ой, потей. Последнее дыхание. Флешки просто нон-стопом кастуйте. Все. Слава тебе, Господи. Монах, 120 тысяч FPS. Ну, я 75. Давайте посмотрим, мне вот чисто интересно. Гир монаха.
насколько он жестче меня. 522, 528, 522, 522, 516, 516. Ну, он намного лучше меня одет. Намного. Ну, у него вот только одна слабая шмотка, 476. А остальное как все жесткое. Это чудо. Потел. У меня вон 483, 483, 480, 471 синька. Ну, колечко мне это не нужно. Ну, свар еще вроде, да, да, я не знаю, кому из них. Да, на бедренники я возьму себе. Вар будет, вар будет. У меня такие же, на самом деле. Только у меня с ЛПР, то есть вообще полное говно. А это с нормала, 496. Кожа тебе нужна? Нахила? Друид. Кожа? Кожа. Или монг. Значит, друида. Друид неплох, друид перехилил приста. Давайте посмотрим на шмот приста. Так, ну что? Пробовать, пробовать. 83, да, 6. Потеем ли еще пробовать или нет? Что-то мне кажется, на самом деле это сложный босс будет. Не, но она хуже меня одета тоже. А что там сложного? Ну, на самом деле. Зафокусить одного лада, убить и бить стейд босса. Давайте попробуем, блин, как-то время. Давайте. Я уже после спа. В череп, господи, таргетом стана. Так, ну ладно, в общем, ну я уже трэш пошел, на следующем бой включу запись.